Девчонки, всем доброго времени суток. Хотела бы показать оформление своей работы, которую я называю «Дельфины». Напоминаю, что это китайский набор был. И вот вы видите сейчас стену в моей ванной комнате. Можете наблюдать, что она у меня сделана из пластиковых панелей. И муж сказал, что дыр купить он у них не будет. Но мне нужно было как-то это выйти из положения, оформить их и сюда повесить. Что я сделала? Посмотрите, пожалуйста, я прикупила вот такую вот веревочку. Не знаю, для чего она вообще используется, на любливые какие-то или что это. Но на ней такие, она белая, с какими-то синенькими перекрестиями, так скажем. Я приклеила ее по всему периметру картины. Наверху сделала вот такую вот петельку. Видите, петелька. И потом при помощи клея нашего любимого момента кристалла приклеила данную веревку к картине. А, кстати, я же не сказала, саму картину я натянула на пенопласт. А точнее на две пенопластовые плитки, которые склеила между собой. И на двухсторонний скотч приклеила к ним свою картину. Внизу завязала вот такой узел, разлохматила часть веревки, которая, значит, у меня осталась. И вот там вверху леской в щелочку между плинтусом вставила иголочку и повесила эту картину. И вот таким образом смотрится вышивка. Мне кажется, она неплохо такой, ну, как один из вариантов оформления, я думаю, пойдет, когда стенку дырявить не хочется. Напишите свое мнение по данному оформлению. Может быть, покритикуйте меня. Я не обижусь. Всем пока. До скорых встреч.